Вечером 13 ноября в доме номер 1 на улице Литейзина в Туле загорелась квартира на 6 этаже. Первые сообщения о пожаре начали поступать от очевидцев примерно в 22:15. В ходе тушения пожарные вывели из квартиры пожилую женщину и больного ДЦП мужчину, примерно 20-25 лет на вид. Впоследствии оба были госпитализированы. Также в одной из комнат обнаружили труп 51-летнего жильца квартиры. Предположительно, пожар мог произойти из-за небрежного обращения с источником огня, либо из-за неосторожного курения. Окончательную причину и обстоятельства пожара предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. Сергей Стариков, Телетула. Давай. По траве. Вот, по траве, а там, ну, забор. Сейчас.